То, блядь, пойду, не знаю, блядь, срать. На 20 минут? И сейчас. Ну, слава богу. О, трэш, биг пул, блядь. Бигпул. Блять, как же неудобно тут. Бля, ДПС, конечно. Ого. О! Там Это есть. посмотрите, пожалуйста. Не, на полном серьезе не нужно. Кладя к Повелитель, себе о, на упреждённом поясе, Вадик, блин. а я думал, ты себе надеешь. Спасибо. Банька-парилка, надеюсь. Бля, на удивление и Дискорд, и рейд, и всего лишь 200 пинга, неплохо. Вчера по 500 было, я еще и хилил. Просьба, ребят, если пояса будут кому там на МС падать, то дайте на МС человеку. Ребят, накрутите пока шкаф, кроме хилов, хил-хильте. Сейчас убьем самонем. Бать турбоклиф, конечно. Блять, эта хуйня выглядит, как будто она дамажит, но я же не могу ДПС стопнуть. А, эта хуйня чекается, нихуя себе. Голову накрутим сумон танка нашего кружового. Значит, во все эти паки нужно забирать? Нет, их не нужно собирать, но мы, как сказать, лутаем пояса таким образом. Поняшки, я понял. Типа, это тот момент, когда мы это можем сделать. Хотя, по идее, сюда и вернуться можно, но, блядь, после рейда, скорее всего, 17-19 даже. Сейчас на ксу просто не хочет Блядь, играть. по-моему. Не, ну типа это буешки. Камон. Все, давай после этого пака босс. Так. У нас такой вопрос к Сладису преимущественно. Кладис тут? Смотри, фласки возьмите, сейчас поставят. Проблем не вызывает для хила закрывать кристаллы. Блять, ну заебись. Окей. Кому проще это делать из хилов? Thank you.
Лоски, надеюсь, взяли все? Блядь, сек. Ой, блядь. Говно. Блядь, ты уже на 50% лечит твой урон. Угу. Она не обуется на боссе? Не уверен. Че, давайте резичек, тогда я мотор и... Короче, давай, Владик, закрываем на стомпе, ну, крамбик и акация. Все готовы? Ой, блядь. Вася, она так долго лежит, уже. Хочется? Хочется. Надо обузить. 5, 4, 3, 2, 1. Не понял. Я сдаю по мере лагов своих. На кристалл. Сначала стом, потом кристалл. Меня слышно? Теперь бежим. Опять сначала стом, потом кристалл. Ближе руки только не вставать. Быстро, быстро, быстро на кристалл. Давайте потом храм. Run away, little girl. Run away. Мыщук. Может. А вот это я понимаю, босс. Сначала стомп. Релинкрай, можно на этот стомп? Давай. Владик, это крупа ДК. Это крупа ДК. Сначала стомп. А, нет. Да. И на тапках давайте. Раскуярит. Все нормально. Убили. Ну, заебись. Ну, Нека там хилы. Шоудер. Блять, говно и жопа какой-то. Хуй знает. О, плечи. Пойдемте на... Получается так, а у тебя нам... А, у тебя же на пауэре там шифтере хуйня. Да. Нет, у меня на этом хуйня. Пойдемте на Юрик. Мы идем с первым. А, базарнули. Я думал, у тебя на том, типа. Я удивился еще. Потому что ты этим же не заходил долго в файл. Тем. Слушай, сколько у тебя синдеров еще раз? На моторе или на пауэршифтинге? Ну, тут ноль. А на лифтинге? 380. Говно, 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 говно. Полное говно. Бля, чисто пожилые капли. О, идут, 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 блядь. А? Напиай, пожалуйста. Спасибо.
Вот эти там. Сюда вот эти. Ой. О, это Новатор? Какой-то бес. Можно ему постаните плюс 100, пожалуйста? У него конченый пояс равный, нет. Крамик, дай плюс 100, пожалуйста. Стакнитесь в кабле все. Давай шипыш. Мы всегда, когда бьем трэш, тут стакайтесь прям в мобов все. Да, куски на шипы. Бля, надо потише сделать, пиздец громко. Красную первую. Сначала красную. Танцуйте так. Теперь зеленый. Через перед можно. Бля, тут лавы нету. Печально. Хорошо. Слоу, тыкните. Между желтым и зеленым идем. Куда? Сколько у кого ПКДшки? Да ни у кого нету ПКДшки, трэш бей полчаса. 10 секунд. Окей. Я, пожалуй, согласился. Хотя если там какая-нибудь красная, зеленая, желтая. Можно Топалов? Не выебет нас. Ну, Бейл похуй. Бейл на заносе дадим. Не? Владик, дай кулак. Угу. Окей. Спасибо. Черви захилит. Черви топ-1 хпс, кстати. 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо. Ну, надо убивать зеленую. Алло. Можно попробовать на пух, в принципе. Да ладно, не бейте, не бейте. Вы похилите ведь? Похилят, похилят сильные. Вопрос, как лучше стоять, спредом или стаком? Скорее спредом, наверное. Ну, спредом надо. Чтобы зеленый не ебашил по всем прадарам, стойте.
Просто по радарчику поближе к боссу. Не поломанный рот, блять. Не, прохиливаться нормально. Бедняга пожилой, надо его клевануть. Beware. Ой, блядь. Не босс, 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 босс. Так же с предом будем стоять. Бля, я надеялся, что какой-нибудь фиолетовый будет, чтобы механики поиграть. Нормально, пизда. Не, нормально. Мастер Ауру. Брали. Нормально, нормально. Лички. Что-то нихуя не бьет. Нормально, нормально, на циркуль. Это что такое? На санкции пасуем. О, капец. О, это, короче, это на Джикса. Это что, Джикса, что ли? Да. Там просто в луте есть... Есть какие-то приложения по кускам, там, допустим... Хуйня вот эта роборская. Ты можешь ее... Не, я понимаю, что типа там, да, заебись. Но если насчет этих, блядь, как его, кусков шамановских нет, то типа, да, конечно, по идее. Глаза нос. Блядь. Там столько вариантов. Нет, эссенция не для Лиги, это как сравнить местный. Он Дилда, на который забрал все. Кандай. Вопрос такой. По шаману вот этого Вариор, кому лучше, Вару или шаман? Ну, я бы Вару собирал первым. А если учесть, что Вар Дилда? Тогда Ксулу. А если Вар Дилда? Ну, типа, просто у Вара Т-12 говно, а у тебя хоть что-то нормальное. Не, у меня тоже говно. Ладно, я окей. Дилдон, давай три. Сейчас я еще напрошу тебя. А, если какой... Будешь, то быстро бегаю. А какой у кого нонсет? У меня плеч. У Лара тоже плеч со спайна. А ну, сука, не... нет, блядь, не кастуй. Ча. А, танковских вот последним надо бить. Короче, сначала бейте флейл в город вот эти вот. Я не вижу молнии по всем летающих. О. Нормально. Но оно по четверем тут бьет на этом парке. По всем не убьет. Чем? Что? Давай без этого. Тебе грустно. Чё, мне грустно? Не грусти. Чел. 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 Где пояса, ёбаные? Вот. Короче, опа. О. О, это мне, наверное... Посмотрите, пожалуйста, на ресторы. Блин, ну. Короче, Ксул, слышишь, сидел в этом дискорде там другом, и мне челик объяснял, почему плащ с кораблей лучше, чем плащ с ИК, Навара, Фулбис. Ну да, лучше. Ну лучше, да. Он прав, что? Хорошо. Ну если ты дегенерат, который такой, типа, увидел РП и такой, типа, заебись РП, то, ну, блядь. Ну а так трех бьет. Живое дерьмо. Ну хуй знает, Илда. Не, ну там, типа, на коротких боях РП получше будет, а на длинных, где тебе нужно больше героиков дать. За это хосты. Я бы вам скинул нашу... Ну я бы просто универсально носил бы с кораблей, я бы кроме хантаника их не давался. Так я и собирал тоже, потому что я посчитал, посидел, я особого смысла не увидел, но с клетом мы сидели... О, смотрели. О, лобы на тебя.
Вот. Накатс. Скелет обсуждали, он там высчитал, что минор апгрейд именно с плаща с ИК. Не знаю, посмотря по какому ЕП считать. По элитистовскому альманаху там, блядь, подходит. Элитистовский альманах. Как хорошо, что я ни разу не читал элитистов. Ну да. Да ты говно просто, блядь. Бесполезный, слабый в телекрафтинге, немощный вар. 2000 ДПС на ребрать. А, сейчас 500. Минуточку. Бля, как, бля, мне так нравится, это так красиво, даже на моих настройках. Молния или что? Да. Просто по пятерым, которая топлится, это хуй. Ты еще подрочи на нее. Да, а что я по-твоему делаю? Зачем мы по-твоему вообще или мы? Это все понял. В этой жизни. Зачем я вообще в эту игру зашел играть, да? Че, 7-5-5? Нормально будет. Угу. Окей. О, кстати, ебать, эта штука в Эндерсе 27 года стоит. А где, кстати, шмотки менять, эти Т-13-е? Там же... Короче, смотри, для этих, блядь, там же, где и остальные, не? Обманываю, не обманываю? Глянуха, может. Короче, встанем, я хуй знаю, вот примерно тут. Поправьте, если хуйня. Ну, милики, блядь, тут хуй знает. О, вообще... Смотри, для дебилов, появляется эта хуйня, вырезается в нас, и она, короче, вырезается в нас 3 раза. После чего мы разбегаемся, остается только мотор. Глиф на тучу, пожалуйста. И потом мильки тоже расходятся, закатываются в босса. Начинается жуткая там долбежка ануса, тебе надо будет прожать прожимки и хилить. Найс ассист, это, блядь... Ну смотри, чел, надо смотри, что сказать. Дай ассист, пожалуйста. Как тебе такое? А? Мне похуй, зачем мне ПВП-шный глиф? В смысле? Ставь просто все глифы себе, нахуй, которые есть в этой жизни, и все. А, да, какая-то ебливая сучара под 100 голды выставила глиф. Блять, 100 голды тебе дать? Нет, у меня есть. Че, мы РФ, блядь, делаем тут или что? Понятно, ням, как ням, бы, что Альянс приебем, но... Ням-ням-ням, РФ. Хули делать? Ням-ням-ням. Блять. Дайте само, начисните. Че, Юра, тебя прям задело, да, эта хуйня? Да, какая? Да, про глифы. Там что некоторые это? Глифы стоят, реально по 500 голды. Бля, а че ты меня, кстати, заинвадил в какую-то ге, а потом съебался оттуда? Кто? Вадим. Это тебя в Storm Riders инвайтнули или че? Да-да-да, что-то такое. Не, погнали к нам в Мерсе, короче. Не, ну я так посмотрел, такое ощущение, ну как будто там какие-то, ну, хлебцы, блядь. Ну, Inflames, там либо Океан Света... Ну, честно, я реально как Inflames, типа, ну, такие... Выбирай, либо Океан Света, либо Inflames, вот он, можно назвать, как хочешь. Так, у нас крамбик не готов, не можем начать без танка. Чё надо? Шо-шо-шо. Почему я бегаю скоростью 25? Быстрей. Что дает мне баф, понять не могу. Хуй знает. Ты, блядь, скинь просто свадебцу, слышишь? А, приста. На, блядь, есть тут? На тебе почту? Кинь просто квадис, он распылит. Себе нет, ты в РДД-зоне стоишь. В РДД-зоне штаб стоит. А мы не в РДД-зоне пытались что встать? Чё? Вот тут достает. Вот тут достает до босса. Это типа мини-фрейм, что ли? Нихуя себе. И вот у него, блядь, фрейм гигантский. Так, ну что? Он там близко стоит. В смысле? Он похуй, короче. Че? А он тут? Все, давайте. У 15-го. Бэйл на фазу будет.
меня хуй. Five, four, нет, нужно. Two, one. Okay. Стойте, РДПС, пожалуйста, и Владик вместе с нами в желтый, в синем компе. Вот эту хуйню мы типа баунсить должны. Сейчас она пролетит нас. Заебись. Пока типа стоим. Владик, ой, Сладис, ты что делаешь? Баунсит разве нормально? А, окей. У тебя Ксулу диспел. У тебя Ксулу арбу бьет, Элем. Бабычки не надо выбегать, это что? Нихуя себе, расходитесь, шипы закатывает, расходитесь. Все, сейчас будем... Сейчас он наебанется головой. А что за хуйня? Алло, закатить обратно. Все, милики, разойдитесь. Что-то шипа, по-моему, рано закатил, да? Какой нахуй феррал, блядь, ты чё, ещё один, блядь? Да, варк обычно. На, вас даю. Второй поушен. Так, натисни прохил, пожалуйста. Да, бабочки похуй. Ну, в смысле... Ну, всё равно, блядь, так попроще. Вот ебало не заходить. Идите уже в синюю, в оранжи. Всё, пойдёмте, да, в синюю, почему? Сейчас опять эта хуйня. Сколько туча лоба? 15. Короче, надо выбегать, да? Без команды нельзя диспалить. Чё это за диспал? Ну все, давайте так же. Можно чуть-чуть поближе стать. Хорошо, чтобы не привыкали. Там же в гере нужно выбегать, да, самому? Угу. Бывают ситуации, что можно и не диспалить. Ребята, всплывай. Закатываем. Да, давай. Да где эта спина ебаная, блядь? Я тут. Чел, ты не спина, ты просто хрыщ. Неважно. Ебать, вот тут я бью ему в ебало, это спина, блядь, охуенно. Ебаные анимации пираточные. О, слова, как говорит, блядь. 30 секунд еще. Так, таймер пиздец? У меня 30 секунд показывает. Стоять, в принципе. Ну да. О, ОГЦ-лоба. Перчатки, пожалуйста, присоедините вот ДК, 4 куска на танка, это очень важно, это второй двух кулдаун понадобится на спине. Так, что у нас теперь? А, теперь мы наверх летим, и туда нахуй. Ебать, арбалет выиграл. Спасибо, ба. Это сексу. Это уже второй, по-моему. Спасибо. Спасибо, если да, что, не... Если что, то мы после трэша будем АФК шить. Бля, чел. Слушай, а там, типа, там быстро? А хуй его знает, слышишь, оказывается, если босс не пропадут, то можешь. А там быстро, типа, вот этот квестлайн делается? 15-20 минут? Блядь, ладно, я думаю, нормально. Я просто говорю, мне уходить надо. Похуй. Так, уходить. Окей, давайте, так, что-то надо с кем-то поговорить, да, по идее. Алло. А тебе куда надо будет идти после этой хуйни? А, сначала в Огри, по-моему, да? Или голду, типа там. А потом надо в этот Хилсбре, да? Да, а вот ты там оставил чара на Сумон? Или нет? Или может кого-нибудь сейчас попросить, чтобы прилетел на Сумон? Я уходу ставил. Рейтинг. Да, Русин. Что там, так я не понял, работает или не работает? Крамбик говорит, работает, работает. Блин, Крамбик, напиши ему, пожалуйста, работает или нет? Нет, Крамбик написал, что работает, я Крамбик не слышу. Вау, Дезинку придется в нем писать. Сейчас, короче, блядь, Силок заходит, пиздит кольцо. Блядь,
уменьшить. Уип-уип. И он такой, ну, в принципе, нормально. Читаю смертокрыл какой-то маленький, пиздец. Пойдемте, вон, открылся портал, ебан. Как хуй твой. О, а где Малегас? Пиздец. Че, ты уже шутил эту шутку, блядь, давно, до этого. Все, давайте сейчас. Пиздец. Пожалуйста. Нет, смешнее наличие. Сладис тут? Сладис хилить надо, идем. Все, погнали. Клинодевкам касты сбивать? Я по черепу собью. Не стал. Там девка без черепа кастует все еще. А. Папа, он не хикнул. Баба у Мика, да? А когда тоже. Бля, и быть больно бьет. О, сейчас быша будет. Не на этих быша надо крутить, дурак. Дурак, не туда быша крутит. Ебать, мол, блядь. Главное закрутить, остальное там уже дело времени. Главное свилку перед этим нажать. Ну, конечно, как учил сенсей великий. Лучший воин. Лучший воин, вместе с лучшим медведем. Я потом покекаю на его кире. Хуя себе. Блять, на этом его клерли край. Блять. Почему же так ебет? Хуй в магии какая-то хузнет. Сейчас бы быша. Так, сейчас будет жирная бабка. А, она уже тут, блядь. Сейчас будет жирная бабка, хорошо. Блядь, ну если... А чё, сколько, когда жирная бабка выйдет? Ты нахуй! Это же полумёртвый моб, так, сейчас выйдет жирная бабка. Блять, я не видел, что таргет таргет. Какие-то ты? Чтоб босса не исполнять. Я их убрал сразу. Так. Ну, чё, ебаш, тебе вне рейда на это делать надо ведь? Да, курим. А, ну ладно. Ну, если... Короче, если Акаки сможет собрать первых трех боссов после всей этой хуйни, если они не исчезнут, то, в принципе, никто ничего не потерял. Не, он писал, что, типа, надо босса ресетнуть, короче, типа, после вот этой хуйни. Можно будет бесконечное количество раз это делать. Да. Ну, не, можно бесконечное количество раз. Сколько тебе? Ну там, короче, Акация уже дернул колесик. ГГС в армии. Так, ну так что? Ну я рад, что ты пришел поболеть за нас, ну. А, это, короче, первая электрическая фаза. Короче, Лоба, скинь тактику на Хагару. А надеюсь, будут часы? Гоу я 15, короче, брейк поставлю. Да, я думал, выпустить это... Мужик, ты, конечно, можешь зайти попробовать, но его уже Акация, типа, забрал. Там боссы не ресетли. В этом проблема. Ну, типа, тут не жалко никому. Ребят, пожалуйста, посмотрите все тактику в канале Фудилка. Будьте добры. Обратите внимание на позиционку. Так это для ХМ. А, да? А. Блин, я не знаю, мне просто картинка очень понравилась, красиво. В обычке 4 только ближние. Там надо этим... крестом ставить. Реально? Мне казалось, там дальние кубочки. Ближний — это бот механика вообще был. Там дальний. Короче, Дилдон, просто эту хуйню релиз дашь,
как разносить будем. Ну там выкинешь. Идешь, блядь. Я удалил просто все аддоны, которые мешают мне играть. А, ну все правильно сделал. Мужик, я их даже не ставил, ничего. Ты, блядь, Владик, забей, Тарафу. Просто стой, лечи на электрической лечи, короче, ну, рядом с кондактором, куда бы мы бабы дойдем, может, и лечить. Зеленая хель. Да, и лечи еще, пожалуйста. Ну, зеленая лечи, разумеется. Давайте, конечно, пояс перемою с критоном. Это тупо 55 МТ за 55 МТ. Холигадес, мотор, 13-я версия DXE. Че? Это не написано все еще BigX? Я не понимаю, если у тебя есть 13-я версия DXE, почему не 14-я, 15-я, хотя бы 16-я? Ну так зачем? Че за хуй? Есть 13-я. Чел? Чел? Есть вообще ДБМ? Ну смотри, выебать 13-летнюю или 14-летнюю, 15-летнюю и так далее? Сука, я осуждаю тебя, пырло, заткнись нахуй. В смысле, зачем ей, если можно выебать старую бабку? Ну, как варик, в принципе. Ой, я пойду Дафну смотреть. Понятно. Симпы, бой. А что там Дафна, она в... что делает? В Нексусе. Ой, крыса. Полтораха. Я полтораха. Нет. Да, 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 там бой, короче, вот смотри, как если хоронишь. А чё, как расставлять? Вот смотри, есть 4 метки. 4 проводника, хуй знает. Это вообще говно какое-то, куда это поставил? Что, ты неправильно начинаешь, ну, говоришь, у босса 2 обилки. Ну, у босса, да, 2 обилки. Дай чего? Что? Что, что, Синг, я тебя плохо слышу, сори. Мужик, мужик. Дай, говорю, попробую ограбиться. Инвайт тебе, брей? Да, да. Все, держи. Ну, на свой стресс вылез. Слышь, Кармик, лучше поясни, короче, как правильно расставлять в этом плане рейд. Я, конечно, понимаю, да, что там охуенный, пиздатый и так далее. А я, блядь, чего, ИРЛ, что ли? Дил ДРЛ. Говно метки. Вашу цель уже обокрали. Ну. Ну, в принципе, так и говорили. Че, когда не повесил? Не, ну. Зайди в рейд рейснес и... Не, ну ты можешь, конечно, попробовать. Идти. Что-то на малину пишет. А. Ебать быстро слазал. Чем? Не, ему 12 часов. Бля, реально, блин, 12 часов заряжать. Кольцо. Быстро. Быстро. При этом надо в игре в онлайне находиться. Так как... А там нельзя, типа, голды, типа, выдать просто, и оно бесплатно, ну, дает за 10к голды?
Нельзя так что-нибудь? Нет, это на X5 так было. Тут более. А. А, там просто, по-моему, два варианта. Там был вариант, типа... Да, он типа дал на выбор. Либо подожди, либо заплати. Типа там был вариант, что типа, ты что, охуел, пошел нахуй, пес там, и все дела. В общем, гнёвый базар. Ну да, да. Ну я не помню, что там. Попробуй еще раз стенку крестить. Нельзя? Сейчас подожди. Ну, все нормально. О, хорош. Ну все, вот, блядь, акация заровнял кольцо. Вот ее. Угу. Соленый тоже. Если кто кого заровнял, вообще ничего. Ну, акация заровнял. На работе бы еще сделал. Гондон, мудак, пиздец. Не мог за него съебаться, да, пораньше? И отпуск вообще. На освоение. Спасибо. Диодон, кликни синку, пожалуйста, или синкли мне? Да я сам буду. Ага. А, бля, ну ладно, потом зайду. Че, расставишь, ебу как? С кем ты говоришь вообще? С Дилда? Дилда Ира. Бля. World чат ложил. Джокац. Лиловая. Сори, я мужик, я не понимаю женские цвета. Не зеленая, не красная, не синяя, а фиолетовая. Мне похуй, я что-то думать пришел, что ли? Че начали выебываться? Я, короче, смотрю стримера, а у него фишка, он все книги читает, и он только что начал Skyrim проходить. Видел. Вов не больше писания, там, блин, очень. Тут книжек штук 100 всего. Ну, про квесты, да. Квесты, да.
А, ну то сейчас наберу. Алло, ты где, говно? Чё ещё раз? Ага, окей. У него экран параши вылез. Алло-алло. Говно, бля. Ебать, ты можешь контролировать это пораньше? Дилд, расставь, где мы стоим. Саксу слева. Угу. Я бью босса. А, вон, Квадис расставил. Я, кажется, рот передался. Кажется, слик с уверена. Вы отметки раскидывали? Кто куда? А то я вошел в синий экран и как бы и ББ. Так, ну это, короче, поближе к центру буду. Килом. Угу. Алло. Лоба? Чё? Чикать. Вижу. Так, я, кстати, хз, ты, мне кажется, синий можешь закрывать, а Кладис будет хилить. И акация может закрывать. А, не-не. Так это получается, я не смогу дамажить, да? У нас два миллика, получается. Да, мы лежа стоять, нет? Как мы там стоим? Бля, так, бля, лучше хилы, по-моему, будут в кастоять. Всегда хилов ставим. Флин тут? Ну ладно, моем рэп нет птахи. Чё, найс, пулы, блядь, скажи, нормально заебал. Чё, у тебя стоп пул? Да, ставил бы.
Давайте сразу примерно позиции. Давай. Угу. Ой, бать, Пушин еще второй. Сплевать. Беда ебаная. Стух ебаный бывший. Чего не хп так много? О, вижу. Она, кстати, убивает нормально? Одна тысяча. Нормально. Давайте нарушим гем-кластер. Кластер срок. Встаньте, пожалуйста, на плечи. Гуски. Гоня, вкажете, ВН быстро пройдем. Так, поехали. На кнопку. Так там клик, сейчас скину. Да, ребята, пожалуйста, поставьте макис. Сейчас. Я его к первому фудилку. Пожилой крайне макрос. Да-да-да, он Юр написал. Просто, ну, чтобы дебафчик показан, пусть. Мы с Крамбиком на косах остаемся. Ну, бабочки шпопают. Ну окей. Как и что же может под фейнтом оставлять? Да, 15 штук. Thank you.
Владик, нажми только кнопку, чтобы бейл типа тебе не дался. А, хотя не, в нормале похуй, Не откатит. Хэми надо будет. Но это еще минуту 40 перепоказывает. Минут 40. Че, Сол, когда качаться на банде пойдешь уже? Хз, мне пришлось снести с флешки, я надеюсь, у меня, ну, моник заработает. Тогда сегодня с, ну, с своего компа смогу. Я еще могу побусить? Да не, бля, мне впаду. Ну, типа, камон, мне не надо... Мы там... Мне не надо как-то поворовливаться. Говорю, мы сойдем там скоро до тебя докачаемся, можно вообще втрихарил башить. Что там, Хан, Сова и Эрин. Иди. Че, голову просто без боя убьем. 4 минуты. Почему нельзя сейчас просто убить дезинга и все закончить рейк? Не знаю, стоим, тупим. Главное, какой-то напалчик. Владик, Владику, как играть в компьютер на этом боссе. Ну, он посчитал вроде, что наказ большой и маленький. Это у Синха надо спрашивать, оказывается. По-моему, он вообще у вас Синейшн тот был, нет? Хуй знает. О, 30 секунд только так всего. Ура. Ты чё орёшь? Окей, давай, хорошо, Владик, я постараюсь. Но, короче, чтоб ты понимал. Ща. Не, Владик. О, у меня ультраксион как эльфик выглядит. Ого. Весь эльфич. Чё тебе, Владик? Как тебе? Застанём? Окей, давайте. Рынчек. О, у меня босс прикрутился. Мы дольше весь играли. Все готовы. Пол 15. Угу. Five, four, three, two, one. Okay. Скоро Хару в Твайлайт, в конце каста нажми кнопку. 4, 3, 2, вот сейчас нажми. 1. Нихуя себе. Жопу проиграл, получается. Киньте уважаемому. Да, Кулутрис. Лобычки похуй. Я, блядь, от кнопки сдох, еблан. Ты видишь чат, нахуй, что написано? А? Вадик? Чё? Чё? Помой. Ну, блядь. Ага. Нормально. Beware. Каст. Нажмите. Нихуя себе, оказывается, тебя въебало. Нормально. Крамик, если будет рез... скинь по офферал.
Окей. Он же резал, по-моему, на Хагаре. Диоду Крэмбик. Сори, я, короче, не выставил. Фейден лайт 3 секунды. Амалина Крэмбик. Не за что стрельна обращайся. Нажмите кнопку. И каст. Зеленый кристалл. Кто берет, Кодис? Хулипал. Иди возьми. О, а ты понял, да? Все, заебись. Фейден лайт 3. Чел на присте щиток не кидает на закрывалище по второго. Да, однако. Блин, получается... Все, да, все. Все. Вот, пожалуйста. Вот они слышали. Ну, в принципе, да. Ты же говорил, что он будет одним из первых, кто умрет. Beware. Так и есть. 3, 2, 1. Я, блядь, пророк Моисей, нахуй. Моисей? Моисей. Борис. Так, мельков больше, поэтому я не буду тотем переставлять. Фейден лайт. Ну, сука, блядь, это сложно. Сложно. Проверка на механику. Там таймлуп. Через минуту только, кстати. О. Понял. Тага. Понял. Четвертый. Лох. Отмели тычки от кис. Неважно. Получи пиздюлю в очи и скажи спокойной ночи. Чисто элита умерла, блядь. Понятно, да. Да, короче, даже... Вот это я понимаю, настоящие. Сразу видно, как и в Пандарио. Или че? Три чела с Пандарии и один с Лича. Ну да. Да. Сразу видно уровень. Уважаемые Адоны. Так что, сейчас вообще нет, когда почему у меня там милитычка пошла? Скинь, блять, рели. А, нет, нихуя рели. Купол, купол, купол. Все, всем пизда. А что ты умер? Всем пока. Эйфы. А теперь можно? Да, ну просто почти без потерь убили, никто важный не умер. Делать, да я пэс нажму, забирай. О, на протвара, ботинки. О. Может это объяснить, какой-то... почему Мелиточка поймал, типа, из агро, потому что Крэмбик ушел в другую реальность, или что вообще произошло? Да, хуй знает. Типа... Но мне рассказывали, что тут какие-то приколы про агро, типа. Я, короче, типа, нажимает вот на экшн-баттон эту хуйню, да, и буквально за миллисекунду до нее меня убивает от Мелиточки. Блядь, чё нахуй ты сдох? Нахуй ты сдох? Ну, реально, блядь. Пошел нахуй. Sorry. Пошел ты. Пидор, уебок. Пошел нахуй. Ну ты иди нахуй. Нет, ты. Ладно. Да. Владик, все правильно. А тебя ни разу не кинул? Ну да. Нет живашки на милисинг босса. Дай типа. Целая проблема. Бля, ну где этот ксул нахуй? А, у меня грузится. Все нормально. Че? Да не, ничего, иди в жопу. А, ну ладно. Приглашаешь? Нет. Я догадался. Запускай. Сосед. Запускай. Нет! А все готовы, поехали. Я хочу, а я не хочу. Сейчас я еще Гермес. Короче, быстренько. Ёб твою мать. Пожалуйста. Да, сейчас. Либо удалить. Ой, ебать! Мешает играть. Я сделал. Че ты сделал? Ебать красиво, просто, блять, имба. Ща. О! Хорош. Тупо имба. Пиздец. Ну,
нужно гасить драконов. Beware. Большая хуйня, сбегите. Ебать! Давайте прикол, конечно. Кай чумаба, нахуй, чекай. Сейчас сапер выйдет. Которому похуй. Ну, он план пыхтит. Beware. Большая хуйта. Так, турбоклев. Сапер. Beware. Большая хуйта. Дракон. Батьбис. Жоба, хватит деградировать. В смысле? Ну, у тебя дебаф. Знаешь, почему он кинулся? Beware. Потому что ты на личе играешь. Большая хуйня. Рейлинг рай, пожалуйста. Сапер свич. Лужа, блядь. Ну, все, ок. Диода меня не было слышно? Что было слышно? Просил сапера? Я Рейлинг Рэй попросил. А, прослушал, видимо, сори. Да раз, ебаный, пошел нахуй. Мрэй чуть не сдох из-за тебя, уебище. Сапер убивал. Пошел нахуй с своим сапером. Ты иди нахуй. В смысле, пошел нахуй с своим сапером? Ты иди нахуй. Пошел нахуй с своим сапером. Чел. Так. Ну, короче, у нас... Саперы, короче, сыграем. И ебашьте только по боссу. РДД старайтесь стоять поближе к боссу, чтобы хуем, короче, ртом на хуй не упасть. Угу. Чтобы ртом на хуй не упасть, когда шукой будет. Слишком близко не стойте, иначе вам каста будет чекать. Чекай, шоквей. Пока. Плохо. Вайп-механика. Да. Не стойте вы уже, пожалуйста. Сейчас будет рык минус все. 5-3 секунды поднимут. Заебись, четко. Шоквейв. Минус лоба. Обманул. Лужа. Минус лоба. В этом крамбик доджит, нахуй, хуйню все. Даже так не подвел, но никто не клевает. Нам надо будет сейвы на следующий рык. Ралли. И рейд надо будет поднять на хлеву. Можно гимн сдать, на нахуй. Ты вообще что ли, блядь, совсем нахуй поехавший? А чё за рли? Ралли. Понятно. Нормально, нету. Нету ралли, все нормально. О, это... Тоже, короче, да. На декабис. Так, ну это на Хантер, да, топ-3, не? Как ишь, ты будешь брать эту хуйню сейчас? Скиньте ребаф Сладису, дайте ему лапку, ну этот баф он сам возьмет. На, какой-то, блядь, пожилой. Все, поехали, два босса. Вы два хера прохилите эту хуйню? Вы ведь прохилите? Старички. Ладис, скажи. Ну, ты серьезно? Ты хочешь, ну, блядь, голову спекнуть? Посмотришь? На всякий случай. Ну, или что? Ha ha ha!
чел. Я сижу у тебя в наушниках. Да. Ну так, Сул. Че там, на сколько сборка вышла? Что-то, ну, 110, если так смотреть. Сейчас всяк я. Микрофон себе еще купить. Пошел нахуй с своим микрофоном. В смысле, пошел нахуй с своим микрофоном. Возьми какой-то нормальный микрофон себе заебал. У меня нормальный микрофон. А что тут Elementium Game Cluster лежит? Не знаю. Мне кажется, фазу не собрали с Blackhorn. Сейчас я заберу. Colossus Rogue. Так что, мы будем на FL собираться этим статиком или вообще похуй? Вообще похуй. Где? Там Elementium Game Cluster лежит. Ну вот, мне композитор нужен. Ладно, поехали. Хилим Тахила. Вот, пока что сильно не запаривайся, Владик, но думай, короче, как тебе. Я 5 секунд запускаю. Думай, как тебе там распределять свои билки. Там, вероятнее всего, первую бочку это крылья будешь давать, потом там еще какую-нибудь хуйню тут там так далее. Не будь что там у Владин этих ебаных ваших. Бля, это какой-то чит ебаный, что приходится грузиться во время инкаунтера, это ж бред, блядь. У вас загрузил, да, уж давно? Ну, скипни просто. Чего, я не могу скипнуть? Мне лут скрин, понимаешь? Заходим в бочку, блядь. Грипните, грипните меня, грипните бочку. Бочку грип. Ты даже не там на корабле. Порчу уже. Ну, ебать. Ну надо. Бля, вот эти челики нахуй с пентиумы, я хуя, не бейте кровь. Не бейте кровь. Крамбик соберется. Что, я сфоткаю заодно. Как я, плейком. Плейком. Сейчас есть время. На вас все спрашивают. Привет, Ксу, как дела? Здорово. Прикинь, когда-нибудь вот мы уже до пластин там последние дошли, а так загрузился. Выбейте хватку. Лоба. Спайков накидай там хуйни какой-нибудь. Сидись. Соси, соси. Нет, не отпиздите эту хуйню раньше времени только. Ну то есть вроде шаритесь. Все пиздатые хуйня. Ебать нахуй. Сбить? Сбить, сбить хуйню. Не бейте амальгаму нахуй, что вы делаете, блядь? Я в ахуе. По-моему, ее никто не бьет. Блять, это просто пиздец какой-то нахуй. Крамбик, нахуя ты забрал эту хуйню? Скинь рели. Дойдите. Все, ебашите эту хуйту. Ебать она ватная, пиздец. Че, разбивайте ближнюю? Две слева убиваем, две слева. Дальнюю тоже. Помажьте. Направо на бочку. Направо на бочку. Вправо. Заходите уже. Убивайте. Давайте. Она тут, кстати... Все, больше не трогайте ничего. Бейте порчу, порчу уже домажьте. Домажьте порчу. Кстати, плазму не скидывает. Четыре.
процепнул. А, типа, на... а так работает? Угу. Сбить. Шесть. Ебать, тут рога лутается, нихуя себе. Ну, в общем, заебись. Это убивайте сразу. И слияние хуярьте. Хватит, хватит, хватит. Заебись. Убивайте слева порчу, сзади, слева. Две слева, две слева. Сзади и спереди. И налево на бочку идем. Ой, направо. Направо. Направо на бочку, вот туда, да. Убивайте всю кровь, что тут есть. Всю кровь, да, уешьте быстрее. Все, нахуй. Выходим, убиваем порчу. Там сзади крамбик катится, если успеешь. Заберешь. Что тебе пет, нахуй? Сзади порча далеко для сбива. Что? Убивайте, просто, блядь, всю кровь как можно быстрее, нахуй. Че по мане у тебя сводится? Тотем надо? Короче, тотем ставлю. Выпивать через 5 секунд. Сбить? Далеко. Топните по слиянию. Тут не налечь. Блять, ну... Вот добил. Убивать через 5 секунд. Убивайте, убивайте. Да, надо будет выбить. Выбиваем. Дилда сразу отпрыгивай. Ну да. Меня притянули. Чё за вещь? А хоп, снимешь? Просто ты только не жми. Да ладно, похоже. О, солчина как летается. Нормально, по кайфу. Сейчас я скину. Опа! Это деду надо. Нихуя себе. 88 агилити. 10 раз. Жестко. Мне кажется, это Навара критового, не? Да-да-да, это, кстати, Навара, это правда. Найнс тоже без. Уебать, перчи. Ручки, ручки. Нормально. Нормально, вот я Велема спекаюсь, но я думаю, это в 2 хила не проблем. Сука, блядь, пикчан. Первого паразита будем под морковку сносить. Там вара не надо заменить, кстати. Пора, в принципе, уже можно заменить. В нормале паразитов нету. Я делаю крамбик, что никогда, забей. Маху нам. Вы же сами хотели быстрее убить. Да я бы, если бы сролил, я бы тебе отдал, чел. Да ты охуел в 2-3 не залутал, типа. Только прикол в том, что нахуй теперь тебе компас. Ты все равно будешь матрицу носить. Она пиже. Да, она мне тоже будет руинить. Прокасты. Что тут? Ну я не против 1, 2, 3, 4, но я не вижу в этом особого смысла. Типа, зачем это одна чифка, если остальные никогда в жизни нахуй не сделаю. На кой хуй?
Да нахуй надо крамбик, пизду. Пошли по-нормальному. О, элементчик гем-кластер. Гул, как обычно, убьем. Крамбик, зачем ты ебешь голову челиком? Эта ачивка нахуй никому не нужна тут. Пойдем, блядь, обычно убьемся. Бля, вот смотри, 9 человек тут стоят, ты один там. И 9 пидорасов, а ты один умный, да? Я ебу голову. Тут кнопку тоже поставьте на панели. Это как сейвбон. Ну что, раздуплишься там? Нахуя? Блядь, да идите вы нахуй! Дайте рибаф. Голый бьем и все, люди, блядь, уходить надо. Ну что, спускаю. По идее. Припоты. Зачем? А чё так долго? Сука, я как синхронились? Сука. Я второй, походу, успею ебануть. Сейчас... Всё, ладно, блядь, прощаешься с головы, пиздец. Ты бы начала лететь, слышишь, короче, на заюзал. Че? Блядь. А, тут, блядь, тут два раза надо нажать, ёб твою мать, я не знал. Все, блядь, ноль. 4, 3, 2, 1. Бать, блядь, а я... Сука. Сука! Сейчас мне разобраться нахуй. Просто ставьте на... Короче, морковку. Это хуй, понял? Corruption switch. Хуя, сейчас было вообще. Смотрите на хуйню, которую, короче, в DXE. Ух, блядь. Свеч встрелу. Ясно. Хуйню свеч. А, ее не надо убивать, да? Пока Алекс сразу убил. Понятно. Тут я понимаю. Так, сейчас по мультидотам еще.
О, вот эту хуйню надо свечу. Кнопку? Шо? Конечно. Слади сказал. Зачем был Слади? Пойдем налево, короче. Он за всеми. Че, не надо бить ее? А, туда, далеко, да? Хуяся. А, блядь, это про это? Все, меня по-живому слышит. Так, хуета сейчас появится. У нее надо будет, короче, опять бастануть русскую. Ну, как мы умеем. Короче, хуйня написала switch target, значит, надо switch на target. Да-да-да, позиционку, короче, смотрите по лучкам. О! Ну и, короче, надо будет лоба импейла в хейме ловить. Понимаешь, да? Его, наверное, не будет. Наверное, будет. Нет, не будет, да. Нет, будет. Не будет, блядь, импейла, нахуй. Хейме будет. Хейме будет. Дорник. Хейме? Сам лох. Я про своем говорил. Женщина. А мы сейчас в хейме, да? Да. В хейме. Элементиум будет, как появится свич. Свич. 5, 4. А че это был ты круг? Че он делает? Замедляет, чел. Пиздец, где-то надо через муфту сначала. Ну ты видишь, стрела замедляет, когда прилетает? Ага. Че, это как на синестре, что ли? Ну, чё? Надо через муфту пододвинуть его, иначе он стоит на роже, который не бьет. Через 8 секунд надо будет, короче, в хуйню свичнуться. Хуйня выйдет, и мы в хуйню сделаем свич. Заебись? Заебись. Хуйня вышла, почти. О, вышла. Короче, надо заклевать ее. 5, 4, 3. Блин, согласен? Гений тактики. Убить быстрее, блять. Если она сатан набирает, она регенится. 5, 4, 3, 2. Сука, говно. Заебись. Просто оставьте. Тут, короче, в хейме всегда какие-то, ну вот когда кладят сходят с какими-то бабами, они говорят, короче, стойте, не бейте, пока не появится, короче, как вот этот хуйта. Почему они говорят, СЛТ крикнул? Всё, стопай, стопай, ебать. Свич, просто дайте позиционочку. Блядь, ну не надо, ёлы, о, нормально. Окей, блять, комбо-трес, скрамбик. Я знаю, мне кажется, он просто ачивку сделал все. Как ты не прощупал? Потому что он ему на следующий нужен. Айсбаунд, я хуею, блядь. Элементиум болт, твич. 5, 4, 3, 2, 1. Бам. Ачивка. Что добивай, крабик? Ну, ясно, короче, рейд не похилили. Пиздец, кивай в авто. Да, бля, охуенно. Бля, я не думал, кстати, что в хейме.
Ой, блядь, нормальный ваншот. К слову, всякие свечи с эзотерами. Да. Не-не-не-не. Матьяс на ксу дал на еще крайне. Я рекомендую, короче, в обилке, ребят, писать типа Tar или Mentium Bolt. Некоторые. Ну, там, выборочно. Ну, и теперь жать, когда она появляется, скажем так, в ранже. Чтобы сразу свечнуться. И в тендон тоже писать. Чтобы как только эта хуйня открылась, у нее сразу за свечи делали. Поешьте. Починка. Пожелаю. А, кстати, Ксу, слышишь? Чё? Вот долго джиса убивать на Кате пришлось? Ты вроде выбивал. На Кате? Долго, но я мозги ебал, я даже ульдуар собирал, чтобы чуга разобрать с ним. Короче, на панде с третьего моба Дживс, с первого моба Скраб. Блять, как же похуй. Да иди ты нахуй. Это просто панда явно пишет, чем остальным дома. Это что за хуёвый джифс? Не, ну джифс закупается тем, что ты в банк можешь джифс залезть, короче. И дураку камень дать. Свадис. Иди нахуй своим джифсом. Чё ты, блядь, ими флексишь? Ты охуел? Сам пиздатый, по-твоему? Хочу тоже поставить джифсы. Для припотов. 5, 4. 3, 2, 1. Приготовьтесь учиться. 5. Знаешь, когда не можешь с темом разойтись? Или Mentium Bolt? Готовьте свечи. Свечи? 5. Бля, опять времени до хуя нас. Быстро свечите.
то есть свечится. Свеч. Five. Это нормально. Five, four, three, two, one. Beware. Не просаживайтесь пока. Да все, не бейте, ебать. Пусть морковку подождем. Все-все-все, хорош, 80%. Пусть так, позиционку лучше снимите. Пять. Сейчас буду щупальца. Их надо будет убить, а потом болт свечится. Болт, болт, болт. Five, four. Щупальца. Бля, ебать, вы чё, нахуй, пьяны этом или чё? На рынжал. Да ничего, не чинится. А, я пьяный. Всё, подожди просто чайник и всё. Не чинится. Может, мы стакнемся, чтоб хилить можно было? Может быть. Тентакли. Прыщ. Five, four, three, two. Бэл будет в морковку место. Beware. Морковка вышла, даю вас. Рисунку. Стойте, стойте, не бейте. Не бейте щупальца вылезть под ракету, блядь. Смотрите, стакнитесь сейчас в луже шаманской. Five, four, three, two, one. Давай, давай, давай. Купол, Ренкай. Давай. Жить можно. Свеч. Five, four,
Открой. Свечечка. 5, 4, 3. Сыграть эту хуйню. Так, Никита. Beware. Все, стойте. А. Давай снимем музыку. Вот надо появляться им, и у них надо будет фаст свечиться. Вон, появились хуйсос. Кнопку нажмите на комдебаф. Сдохните. Сейчас будет кровь, да? По-моему, ее нет в героике. Вон, хуйсосы вышли. Хуйсос в свеч. Это круг под дворник. Две, да, ладно. Бля, с чем драться? Видишь, башка лежит, короче. Это, блядь, голова дай зених. Я хилить надо. Голова дай гурту. Ты чё, валит или что? Хуй, блядь. Ну, голова. Хуй, блядь. Всё, блядь, всё, диван гимн нахуй, всё, прохил. Пиздец. Айфон ебал. О, гурта. Гурта, ого. О, поздравляю, Акад, с бисовым даггером. Диода, я говорил, заткнись, у нас пуп. Говорил, говорил. Соси, 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 делай, соси, говно. Соси, соси, бра. Элементиум фрагмент. Элементиум геймкластер. О, Ксуа, Сенсу, не забудь об этом. Пошел нахуй. Хм, чё, ты пошел. Не, я тебе это отдам, но давай как бы сделаем нормальный картин. Что еще раз? На крафт оставим? А, давай, окей, без боя. Я засейвлю просто. А что нам, кому что будем крафтить? О, гранатик. Привет, блядь. О, блядь. Тоже. Так, одна фиолетовая. Ага, 7 синих, ага. И есть. Бам. Лава корал, понял. Короче, там одна и 7 Mode of Darkness, да? Да. Пойдем фотокапу добивать ППшку. Хэза, я сходил уже. А, я не на том шамане сходил. Вот все. Так, ща, тебе надо в интернет зайти. Да. А что, слышь, Ксул? Чё мы будем крафтить? Ну, бля, я хз, надо посмотреть просто, какой-нибудь шмоточку забыл. Ну, вот если взять, не знаю, может, на варм что-нибудь пиздать, там, на варм, на ретрика что-нибудь пиздать. Слышь, дворник, а ты шаришь за приор крафтов, типа, с Торгенсола? Типа, шо, кому там бисник, весь. Не надо никому. Лару запы надо. Вот видишь, да, типа. А что у тебя за запы, слышь, Дюдо? У меня все матридоры. Шаленькому. Ну я бы, короче, Лоба, что за запы у тебя? 391. 391. Вадимка, у тебя что?